Меня зовут Рима, живу я в городе Рига, в Латвии. Я выбрала школу Кайлас, и что такое, что меня в ней очень сильно привлекло. Мы в школе вне религии, вне любой религии и вне политики. Философия — это о том, как жить счастливой жизнью, радоваться жизни, быть материально обеспеченным, здоровым, иметь хорошие отношения здесь и сейчас. Потом как-то вдруг так вот хоп, и все получилось. Денег в семье стало больше, отношения с мужем очень хорошие, никто в семье не болеет. Появилась возможность поменять квартиру. Ну, изменений было очень много. За прошедшие 2 года столько всего поменялось. Добрый.